à un entretien, le très célèbre commandant Igor Strelkov, personne qui est actuellement sous sanction de la part du département d'État des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne. Cette personne est une figure centrale dans le conflit qui a lieu en ce moment en Ukraine. Personnage adulé par les uns, détesté par les autres, qui est devenu presque une icône de la résistance du Donbass et de toute la Novorossie. Aujourd'hui, nous allons essayer de lever le voile, pour la première fois sans doute, en langue française, sur la personne de Igor Strelkov. Qui est-il? Quelle est sa vision? D'où vient-il? Où allons-nous? Igor Strelkov. Здравствуйте. Здравствуйте. Monsieur Strelkov, bonjour. Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous raconter votre parcours? Я выходец из среды военных и технической интеллигенции московской. Семья никогда не была ни особенно зажиточной, ни особенно знатной. До революции мои предки были обычными крестьянами, мещанами, служащими в том числе Николаевской железной дороги, мелкими. Во время Великой Отечественной войны оба моих деда были офицерами, майорами, один служил в авиации, другой в пехоте, оба участники Второй мировой войны, имеют многочисленные боевые и государственные награды. Отец и мать инженеры, закончили Московский авиационный институт и всю жизнь проработали в различных конструкторских бюро. Отец строил двигатели стратегических ракет, мать занималась фюзеляжами самолетов. Сам я окончил московскую школу, поступил сразу после окончания в Московский государственный историко-архивный институт, который сейчас называется Российский государственный гуманитарный университет. И в 92 году его успешно закончил. Специализировался на истории гражданской войны в России, защитил диплом по теме политические партии общественной организации на юге России в 1919-1920 годах. Тогда же в институте вступил в клуб военно-исторической реконструкции Московский Драгунский полк, в котором состою и по сей день. Это 1990 год. После окончания института, на следующий день после защиты диплома, поехал добровольцем в Приднестровье, где на тот момент шла война и где была попытка провести геноцид русскоязычного населения левобережья Днестра, этногеноцид, то есть фактически запретить русский язык, хотя русское население составляло там свыше 90%. И в течение полутора месяцев участвовал в качестве рядового добровольца в боевых действиях. Ну, участвовал в нескольких более-менее серьезных стычках и боях, хотя основное время просто находился на каких-то позициях, нес караульную охранную службу. Осенью 92 года, с начала ноября месяца, участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в Югославии в составе войск Республики Сербской в Боснии. Принимал участие в боестолкновениях в районах населенных пунктов Большеград и Тузла в течение 5 месяцев. После этого вернулся в Россию, отслужил срочную службу вооруженных сил Российской Федерации, закончил ее в звании младший сержант, капрал, если как говорить по-французски, да. И некоторое время проживал в Москве, работал в одном из охранных агентств, обычным охранником, занимался наукой. В начале 95 года вновь вернулся на военную службу по контракту и отправился в Чечню, где полгода воевал за звание сержанта в составе самоходно-артиллерийской батареи. По возвращении поступил на службу, Федеральную службу безопасности с 96 года, по званию лейтенанта начал службу.
в основном по линии борьбы с терроризмом. С 99 по 2005 год большую часть служебного времени проводил на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, меньше в Дагестане. Принимал участие в многочисленных специальных операциях, боевых действиях, бой столкновениях. И достаточно быстро сделал карьеру, то есть в конце 2005 года мне уже было присвоено звание полковника. Но в конце 2005 года чеченские командировки закончились, и с 2006 по 2013 год я проходил службу в органах Федеральной службы безопасности в Москве. Тоже достаточно много ездил по стране, тоже участвовал в некоторых специальных операциях, но уже не боевых. Весной 2013 года моя служба в органах безопасности завершилась. И я ушел работать, ну, начальником службы безопасности в фирму, принадлежащую Малафееву, то есть стал начальным руководителем его личной службы безопасности и личной охраны. В течение года отработал на этой должности. Весной 2014 года я накануне крымских событий прибыл в Крым и вступил в должность советника по вопросам безопасности внештатного при руководителе правительства республики, новопровозглашенной республики, Сергея Валерьевича Аксенова. До конца апреля я находился в этой должности, фактически, не до конца, до начала апреля, до отбытия непосредственно в Славянск. В Крыму, кроме функции советника, я занимался формированием роты специального назначения ополчения местного. Потом рота была развернута в батальон, но в конце марта она была расформирована. На базе этой роты было создано добровольческое подразделение, с которым и был осуществлен заход на территорию Украины в ночь с 12 на 13. В ночь с 11 на 12 апреля. Donc, commandant Strelkov, après nous avoir raconté ce parcours de vie assez extraordinaire, pourriez-vous nous dire où en est la situation aujourd'hui en Novorossiya et essentiellement, évidemment, surtout dans les territoires libérés de la DNR et de la LNR? Où en sommes-nous aujourd'hui? Situation достаточно непростая. В первую очередь это связано с тем, что никаких серьезных социальных преобразований в республиках Луганской и Донецкой республики не произошло. Там, в принципе, выстроена не очень, вернее, достаточно карикатурная копия той российской олигархической чиновничьей власти, которая существует здесь, и, соответственно, со всеми ее недостатками и фактически без даже тех немногочисленных достоинств, которые имеются здесь. То есть там имеет место карикатура на российскую политическую систему, а в условиях войны эта система крайне недееспособна, исключительно коррумпирована и, в общем-то, вызывает очень серьезное разочарование населения, которое ожидало совершенно другого. Это во-первых. Во-вторых, все это происходит на фоне продолжающихся вялотекучих боевых действий, продолжающихся жертв, разрушения хозяйственных связей, экономики. То есть, в принципе, Донбасс, который, конечно, уступал по своему благосостоянию, уровню социального обеспечения населения России, но являлся одним из наиболее развитых и богатых регионов Украины, в результате он оказался в депрессивном, крайне депрессивном состоянии, даже большим, чем вся остальная Украина. Риск возобновления активных боевых действий, потому что война не закончена, она, пусть и вялотекущая, она продолжается. Может быть, она в какой-то степени напоминает странную войну
которая была, если вы помните, в 1940 году, да. Между Францией и Германией. Да, между Францией и Германией. Но, тем не менее, это все равно война, какие-то боевые локальные стычки происходят. Переход в острую фазу может быть в любой момент. И более того, я полагаю, мое личное мнение, также мнение моих соратников, что рано или поздно он неизбежен. Поскольку ни та, ни другая сторона не готовы признать себя побежденным. Не готовы пойти на мирное урегулирование на условиях противной стороны. За Украиной находится, за ее спиной находятся Соединенные Штаты, в меньшей степени Евросоюз, который тоже, на мой взгляд, является сателлитом Соединенных Штатов. А за спиной, естественно, ДНР, РНР находится Россия. То есть та или другая сторона, причем требования на той и другой стороны, они, в принципе, неприемлемы друг для друга. Украина не желает пойти на создание автономии. Россия не желает безоговорочно конкурировать на Донбассе и прийти к вопросу о статусе Крыма, который автоматически возникнет после этого. Поэтому полагаю, что война неизбежно возобновится. Как она будет протекать, в каком масштабе, чем закончится, сейчас гадать бессмысленно. Но мы полагаем, что война неизбежна, и наша позиция заключается в том, что раз она неизбежна, необходимо в этой войне побеждать. То есть... Есть риск попытки повторить сценарий сербской крайней? Такой риск, несомненно, есть. Операция «Алуя», которая была проведена в Книнской крайне. Да. Еще слабо не север. Да, значит, она постоянно присутствует. Постоянно. Естественно, что со своими незначительными ресурсами, а также с тем, мягко говоря, бедламом, который имеет место в управлении республиками, они противостоять украинской армии самостоятельно не смогут. Большое спасибо. Un grand merci. Donc après avoir balayé le théâtre d'opération de Novorossiya en Ukraine, maintenant nous allons élargir le spectre et nous allons parler d'un conflit extrêmement actuel et extrêmement violent depuis pas mal d'années déjà, la Syrie. Donc en Syrie, quelle est votre vision de spécialiste militaire sur les conclusions qu'on peut tirer? Quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de l'opération en Syrie, qui semble être plus ou moins suspendue, mais en même temps on voit que près autour de Alep, par exemple dans le nord de la Syrie, les combats semblent avoir repris. Près de Homs également, nous avons des combats, les bombardements des VKS et la force aérienne syrienne contre les factions insurgées continues. Où en sommes-nous, votre analyse? Как вы, наверное, знаете, я был категорическим критиком, поскольку я не могу сказать, я противником, я ничего из себя не представляю, но жестким критиком вообще всей операции в Сирии, предпринятой российскими властями и вооруженными силами. В первую очередь потому, что я считаю это авантюра. Я считаю, что это авантюра, подобная мексиканской авантюре Наполеона III. Примерно так. Данное сравнение пошло гулять по интернету именно с моей, как говорится, легкой руки. Россия, полагаю, что в ситуации, когда Россия могла помочь Сирии, помочь Асаду действительно реально подавить выступление исламистов, а на мой взгляд подавляющая часть выступающих против Асада группировок является исламскими радикалами. Да, естественно. Это надо было производить как минимум за 2 года до того, как, собственно говоря, все началось. То есть необходимо было подавить мятеж в зародыше, и после этого не потребовалось выступать ни с кем в переговоры, либо хотя бы, по крайней мере, можно было проводить в условиях полного контроля Асада над страной. Российские же вооруженные силы вмешались в ситуацию тогда, когда Асад потерял контроль почти над 3/4 территории, более чем над половиной населения. После 4 лет изнурительной войны, когда экономика Сирии была уже полностью разрушена, у правительства не осталось фактически никаких источников дохода, когда лучшие кадры армии были уже выбиты
в бесконечных боях, а ее дух упал до крайне низкого уровня. Фактически российские войска спасли режим Асада. Я говорю режим, потому что, ну, все-таки Асад является наследственным диктатором, как это принято говорить, и в этом сомнений-то никаких нет. Это обычный на Востоке способ управления. Поэтому называть его, как бы, ну, можно назвать и правительство. Даже если США, на самом деле. Там тоже я в данном случае говорю, вот правительство Асада уже фактически находилось на последнем издыхании. То есть вход российского экспедиционного корпуса, естественно, спас его в этот самый последний момент от полного поражения, от штурма Дамаска боевиками. Но предварительный итог можно сказать следующее. Очень похожа ситуация, как и на Донбассе, что российские войска остановили наступление исламистов, остановили наступление радикалов исламских из различных группировок, но они нанесли им решительного поражения. Операция в Памире носила, я полагаю, скорее характер больше пиар-акции, нежели действительно стратегического. То есть она не принесла стратегического результата. Это было тактическое поражение, нанесенное боевикам, которое, ну, не увенчало, естественно, не является символом завершения войны. Я полагаю, что в ближайшее время боевики предпримут серию новых наступлений. Кстати, уже началось. Да, я знаю. И в том числе они действуют и под Пальмирой. Да. Даже западнее предпримут. Да, западнее. Значит, я полагаю, что в этой ситуации через какое-то время будет вектор войны развернется в обратную сторону. Я полагаю, что мы, Россия в данной ситуации, именно российские власти, поступили самым худшим образом. То есть была предпринята очередная полумера. То есть полезшие в этот кипящий котел сирийских проблем, где все воюют против всех, где существует масса сторон фронта, и где Асад не является алавитой, и те лояльные Асаду сунниты, и там друзы, и другие группировки не являются большинством, мы уже совершили колоссальную ошибку. А вторую ошибку мы совершили в том, что зашли туда недостаточными силами, воевали нерешительно, и не в результате мы потерпим двойное поражение. Ошибка усугубляется и будет возведена в степень квадрата. Другой вопрос, что, конечно, полномасштабное, по-настоящему полномасштабное применение сил и средств Сирии привело бы практически наверняка к вооруженному конфликту с Турцией. Причем локальному, и который мог привести к локальному же поражению российских войск просто в силу отдаленности от баз. От баз снабжения. Поэтому я и сравниваю ситуацию с мексиканской авантюрой Наполеона, который точно так же перебросил в свое время войска на помощь императору Максимилиану. Потом, в преддверии предстоящей войны с Германией Бисмарка, начал выводить свой контингент. Ну и кончилось все, как известно, полным поражением Максимилиана и его гибелью, а для Наполеона это был мощнейший удар по его, по престижу, и по престижу не только его лично, но и Франции как великой державы. Позвольте мне маленькое отступление. Все-таки надежда есть в том смысле, что сравнить, скажем, Бисмарка и Обаму все-таки достаточно трудно. Вы знаете, и Наполеона III я бы не стал сравнивать с Путиным, поскольку Путину власть упала подставленные руки, а Луи Наполеон, все-таки каким бы он ни был, он пришел к власти, в том числе и собственным умом. Его нельзя назвать отнюдь ни политическим, ни тем более военным гением. Он был отнюдь не глупый и не бесталантный человек, по моему личному мнению. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée, très complète sur votre vision de la situation en Syrie. Maintenant, je souhaiterais avoir votre avis sur une thématique tout autre, encore plus large. C'est-à-dire que ici en Russie, en Occident, il y a beaucoup de gens qui pensent que seule une intégration
comme on dit, euro-russe, c'est-à-dire entre l'Europe occidentale, continentale d'une part, et la Russie et la masse eurasienne à l'est. Seule cette intégration de ces deux espaces-là permettra de créer un pôle de puissance tel qu'il pourra, cette fois-ci, définitivement stopper la machine américaniste et mondialiste qui est en train d'absorber, de digérer toute la planète. Que pensez-vous de cette intégration Russie-Europe ? Я реалист. Полагаю, что Европа в том состоянии, в котором она сейчас находится, не способна будет самостоятельно освободиться от гегемонии Соединенных Штатов. В принципе, Соединенные Штаты – единственная великая держава, которая сумела, как это принято говорить, использовать на все 100% победу во Второй мировой войне, выстраивала свою стратегию, исходя из чисто, из очень циничных, чисто меркантильных соображений, и сумела создать в Европе ту элиту, которая полностью плетется в хвосте у Соединенных Штатов и не мыслит себя вне Североатлантического блока. Поэтому я полагаю, что и Франция, и Германия управляют просто, ну, говоря по профессиональному языку, агенты Соединенных Штатов, которые были завербованы еще в ранней молодости, и которых Соединенные Штаты, особенно в ситуации с Оландом, продвинули самыми грубыми способами к власти, вот, в том числе с применением самых грязных технологий, которые может только кинуть. Вот эта ситуация со Строссканом, я полагаю, это наиболее яркий показатель. Если же рассуждать теоретически, то, конечно, полагаю, что создание единого блока Россия-Европа позволило бы развиваться успешно, и не только развиваться, но и просто существовать в достойном виде. И России, и Европе, поскольку они взаимно друг друга дополняют. Зная как бы российскую историю достаточно подробно, в меньшей степени, но тоже неплохо знаю европейскую, полагаю, что вот самой большой трагедией было всегда противостояние России и Германии, которое было нам в значительной степени навязано и подстроено в том числе с методами тайной дипломатии Великобритании, которая являлась в 19-м, в начале 20 века ведущей мировой гегемонии. Я считаю, что именно германские и русские народы обескровили друг друга в ходе двух мировых войн, допустили разрушение в результате этих войн традиционного уклада, традиционной культуры. А в России еще и, да и в Германии на самом деле тоже уничтожение национальных элит. В России они были уничтожены в ходе гражданской войны 17-го года и добиты в ходе кровавейшей Второй мировой войны. Но в Германии, в принципе, в меньшей степени они пострадали в Первую мировую войну и после нее, но были окончательно уничтожены совместными усилиями авантюристично настроенного Гитлера и войной и действиями англосаксонских оккупантов уже после войны. Это что касается российско-германского противостояния. Полагаю, что вот здесь то же самое, может быть, в меньшей степени можно сказать о России и Франции, о России и других странах Европы. В принципе, Европа и Россия являются странами, не странами, регионами, где всегда повышенное внимание уделялось традициям. И именно традиции в значительной степени являлись источником развития. Не китайский образец, китайский способ развития я, например, сравниваю с саранчой.
То есть она очень эффективная, она страшно живучая, она прекрасно отражается, она просто выжирает планету. Это то, что, кстати, Маркс называл как бы азиатским способом накопления. Ну да, азиатским способом развития, там, азиатским способом производства, насколько я понимаю. Да, именно. Соединенные Штаты, в какой-то степени Великобритания, это совершенно другая модель. Это модель половинного котла, где тоже создается некая биомасса, где стираются все культурные, национальные и различия, и лепится идеальный потребитель. И в целом, на самом деле, американская, то есть та модель, которую воплотили все Соединенные Штаты, она и очень близка к китайской, просто имеет более замедленный эффект. Но вот, бесконечный рост потребления, при этом отупление основной части населения до состояния биомассы, он тоже приводит в итоге, в конечном итоге ведет к уничтожению ресурсов планеты и к экологическому кризису планетарного масштаба всемира. Я считаю, что действительно, вот если подводить итог, полагаю, что в идеале, конечно, объединение ни в коем случае не в единое государство, а в некую конфедерацию, может быть, даже вот, союз некий, твердый союз государств совершенно разных, таких как Россия, Белоруссия, даже, скажу, и Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, объединенный общими интересами внутреннего собственного развития, в том числе культурного. И я подчеркну, что я полагаю, что в различии кроется развитие. Многообразие развития. Если будет биомасса, она никуда не способна продвигаться, она способна только наращивать массу за счет пожирания всего вокруг себя. Так вот, возвращаясь к теме, за счет такого объединения мог бы быть получен очень новый цивилизационный проект фактически. То есть, ну, это великий проект, который бы объединил. Да. Но, являясь скептиком, я не думаю, что Европа без серьезных потрясений, по-настоящему серьезных потрясений, способна свернуть с того курса, выскочить из той колеи глубокой, по которой она сейчас катится к собственному закату. А вот как раз. А, может быть, вот как раз мы видим все больше и больше такое, ну, раскачивание европейской лодки, все больше и больше нестабильности, подъема этих всяких евроскептических сил, всяких антисистемных сил. Может быть, вот как раз это и есть надежда. И плюс то, что в Европе, ну, закладывается так называемый мультикультурализм. Мы же ведь знаем, что мультикультурализм — это система, которая в принципе не может работать. И не слишком много противоречит. Такая ультраэнтропическая система. Может быть, через эти потрясения вот как раз произойдет. Мы его только пытаемся создать. Пока только пытаемся мучительно к нему выйти, создать хотя бы основу для проекта. А так, если говорить, я полагаю, что деградационные процессы, они на самом деле были заложены очень глубоко в истории. И фактически были запущены, ну, наиболее ярко, это со времен так называемой, все равно в кавычках, Великой Французской революции. Да. То есть, с одной стороны, резкое ускорение развития, с другой стороны, ради этого развития разрушение традиций, норм поведения в обществе, морали, нравственности, все это стартовало у нас в 18 веке. В этом, конечно, сыграло выдающуюся роль и масонство. Так называемое просвещение. Да, но просвещение там, ну, конечно, если бы разному Роттердамскому показали даже то просвещение, которое принесли его далекие последователи Робеспьер, Марат, там, Дантон или Сен-Жюст, он бы, наверное, бы побежал бы в Святую Инквизицию с просьбой скорее отправить его себя на костер. Вот. Но, а уж тем более бы, если бы он увидел то, как идеи гуманизма воплощаются сейчас, или какие, вернее, что сейчас называется тем гуманизмом, который он был основоположником, я не знаю, он, наверное, сам повесился. Вот, поскольку, насколько я знаю, разум был высоконравственной и глубоко религиозной личностью. Ну,
возвращаясь просто, вот этот процесс был запущен давно, он развивался постоянно, постепенно. Для меня, как для верующего человека, является аксиомой, что этот процесс не связан только с действиями людских пород, людскими пороками. Я глубоко уверен, убежден и верю в то, что, конечно, он в значительной степени подпитывается инфернальными силами. И в последнее время, в последние годы, считаю, что его инфернальная сущность просто выползает в глаза уже без маскировки. То есть фактически то, тех людей, которые сейчас выступают на Евровидении, которые возглавляют, принимают законы во французском парламенте о возможности однополых браков, которые то же самое разрешают Соединенные Штаты, они бы в 19 веке заслуженно носили имя сатанистов. Собственно говоря, я думаю, что они таковыми и являются, по крайней мере, часть из них. Ну, думаю, что может быть меньшая часть, потому что большая часть людей обезьянничают, как это принято говорить. Просто следуют за... Да, следуют, да, за поводырями, но полагаю, что есть сознательное ядро, которое просто откровенно ведет западную цивилизацию, европейскую цивилизацию, просто в натуральный ад, в кромешный ад, как это принято говорить. Ну, сознательно способствует деградации и уничтожению. Здесь хочу сказать, что связано ли это непосредственно с капитализмом? Да, именно с диалектикой, как бы материальная диалектика капитала. То есть есть некая, ну, школа как бы Маркса, она утверждает, что это является на самом деле, как бы сказать, такая неудержимая сила материальной диалектики, понимаете? И, ну, и оно влияет на сознание. В какой-то степени, да. Поскольку, отменив Бога, отменив, то есть, фактически, капитализм также отменяет Бога, как это сделали в своем радикальном, в самых радикальных годы своей деятельности коммунисты. То есть, капитализм отменяет Бога, отменяет мягко. Дает условия, когда человек сам отказывается от Бога, когда он ему не нужен. Vous dites que les communistes finalement poursuivait la même finalité que les capitalistes. Mais il y a une opinion assez fréquente, en particulier chez les situationnistes, que finalement ce que l'on appelle les régimes communistes, c'est-à-dire le socialisme réel des pays d'Europe de l'Est, l'Union soviétique, Chine, etc., finalement, en fait, c'était une forme de capitalisme d'État. C'était aussi un capitalisme, mais d'État. Vous vous posez des questions à laquelle, en fait, je ne dois pas répondre. Поймите, что есть разница между мыслителями, теоретиками и практиками, между стратегией и тактикой. Ну, да. Я все-таки больше тактик. Я многие вещи понимаю интуитивно, но не способен их изложить языком строгих научных, вот, чеканных формулировок. Я полагаю, что да, социализм, который был в итоге построен в Советском Союзе, он в значительной степени представлял из себя очень извращенную форму смеси там, восточного способа производства с государственным капитализмом западного типа. Но я понимаю, что в целом эта модель на самом деле была рухнула даже не в результате воздействия иностранных спецслужб или... Она рухнула под тяжестью собственных проблем, и самой главной причиной обрушения ее была утрата веры населения в то, что то, что они делают, правильно, что это государственное устройство правильно. Не есть мнение, что тоже были этнополитические процессы, которые разорвали... Этнополитические процессы имели место, но они не были... Вот я же все-таки жил в ту эпоху, и мне было 21 год, когда произошел распад Советского Союза. Они имели место, но они еще не имели характера, ну, они еще все-таки не на уровне статистической погрешности, но они все-таки были еще не столь значительными, как это сейчас может быть принято представлять. В той ситуации, которая существовала, можно было национальное движение, я его называю национал-экстремистом, потому что национально-патриотическим его не назвать,
можно было его подавить достаточно легко, оно было очень локально и далеко не в самых серьезных регионах, где, там, условно говоря, Грузия, Армения, в первую очередь Армения и Прибалтика. Но все они могли бы быть просто задавлены даже не военно-полицейскими, а просто полицейскими мерами. То есть не потребовалось бы даже применять войска, чтобы эти движения задавить. Но не было государственной воли, и у власти не было убеждения в правоте собственных действий. Фактически коммунистическая идея к концу 80-х годов умерла. Она в массу умерла. В нее массово никто не верил. И в первую очередь в нее не верила подавляющая часть советской интеллигенции. А именно интеллигенция формирует то. Как говорится, дискурс. То есть возник такой как бы кризис понятийного аппарата. Да. Соответственно, после того, как произошло разочарование, люди кинулись к тому, что представлялось альтернативой. Что на самом деле альтернативой не является. Вот. Я полагаю, что, конечно, было событие 91 года, это была жуткая трагедия, причем не только российского, а общемирового масштаба. Абсолютно. Поскольку в том числе гибель советской системы, она полностью сняла все предохранители, как я это называю, все сдерживающие барьеры. Да, барьеры на пути вот этой всепожирающей капиталистической машины, империалистической, да, которая начала просто сносить и разрушать мир. И здесь я вернусь просто к тому, вернемся к основному вопросу. Я полагаю, что сейчас процесс деградации Европы, он серьезно, Соединенных Штатов тоже, но он поддерживается в том числе транснациональной олигархией, поскольку они планируют переформатировать мир, снести все фактически остатки культурных, традиционных и прочих барьеров, государство превратить все в большой рынок, но и в этом рынке будет создан, на мой взгляд, будет создан, как я это называю, Авалон некий, за стенами которого будет нищета, вечная война всех со всеми. Мы это уже видим на периферии евразийского пространства. Да, а в этом Авалоне будут собраны там уже не золотой миллиард, короче говоря. Золотые 100 миллионов. Ну, может быть, золотые 100 миллионов, золотые 300 миллионов. Это роли не играет, но миллиарды уже это много. То есть на миллиарды уже хватает? Нет. В котором будут сосредоточены все деньги, все технологии, вся наука, и который будет со всего остального мира будет высасывать сокращающиеся ресурсы, при этом сокращая потребителей на местах. В данном отношении у меня возникло очень серьезное подозрение, что в качестве такого домена выбрано именно Соединенные Штаты. А Европа уже стала лишней в этой системе и тоже ее просто сознательно вбивают в архаику, с одной стороны, с другой стороны уничтожают архаику, то есть вот превращают в зону нестабильности. Но с точки зрения государственных интересов Соединенных Штатов, если они выбраны штабом этого, как бы этой корпорации, является получение многих десятков миллионов образованного белого населения, культурного, и ликвидация, в принципе, Европы как конкурента вообще. В этом отношении стратегия уничтожения Европы, она является наиболее эффективной, то есть в нее вбрасывают, то есть туда фактически завозят динамит. Вот в качестве вот этих миграционных потоков, то есть непереваренных, да, туда завозится просто горючий материал, который неизбежно взорвется, неизбежно приведет к массированным конфликтам. Этот процесс просто форсируется всеми возможными методами. То же самое относится и к России, и к Украине. Я хотел задать вопрос про Россию. Вот в этой как бы адской перспективе, такой апокалиптической, да? То есть многие люди смотрят на Россию как все-таки на такой бастион, который как-то еще держится, здесь, у которого есть достаточно военная сила, ресурсная обеспеченность, плюс чрезвычайно образованное и талантливое население, которое может создать такой, ну именно бастион, который как-то сдержит эти транснациональные структуры. И вот как раз здесь
Какая все-таки надежда? Россия представляет надежду? А то миллионы людей по всему миру и в Европе смотрят на Россию как на надежду. Когда мы... Что вы скажете? Я скажу так, что на данный момент Россия, конечно, полностью она не представляет по одной простой причине. Потому что с 91 года у власти в России корпорация «Мародер», большая часть которых фактически поставлена, значительная часть, по крайней мере, поставлена при непосредственном вмешательстве Соединенных Штатов, мировой олигархии, завязана на них, фактически живет по принципу наемного менеджера в оккупированной стране. То есть свои семьи и свои капиталы не вывезли за границу, держат все в офшорах, а здесь они как бы работают в ожидании обильной пенсии после эвакуации отсюда. Ну, в какой-то... Они себя ощущают чиновниками вот такими, знаете, как в свое время было в Индии, набобы, да, безумно богатые, безумно богатые местные князья, эмиры, и там падишахи, которые фактически управляли своим населением в интересах Великобритании, ну и себя не забывали. Вот. Но своих детей они уже посылали учиться в Англию и стремились устроить их в мировую финансовую и властную олигархию. То есть, в принципе, вот наши нынешние олигархи – это вот классические колониальные наборы. Поэтому, но что-то отвечая на вторую часть вопроса, надежда остается по одной простой причине. В России действительно еще осталось, хотя с каждым годом, естественно, колониального состояния эти ресурсы убывают, но этих ресурсов осталось еще достаточно много. И людских, и военных, и интеллектуальных, и промышленных. И что в том числе важно для Европы, я бы сказал, только энергетических, я бы сказал, в целом сырьевых. То есть неужели единственное как бы, преимущество России это быть таким сырьевым, но сырьевым колонией? Нет, конечно, нет, конечно, это не сырьевая колония. Я считаю, что просто если, вот знаете, как принято говорить, во время пожара все звери, независимо от того, что хищники они или травоядные, спасаются вместе, бегут. Когда во время наводнения лиса, волк и зайцы, загнанные на островок, окруженные водой, ни лиса, ни волк, ну, в общем-то, они все разделены общей бедой. В данном случае стоит вопрос о том, что все, и Европа, и Россия, ну, под Россией я понимаю, в том числе Украина, Беларусь, расширенная, они поражены одними и теми же болезнями. Эти болезни, знаете, эти болезни находятся в разных стадиях. Что, ну, просто я полагаю, что излечение этой болезни возможно только в коллективе. Да, Россия как могла бы теоретически сохраниться и в качестве автарки. То есть закрыть границы, поставить железный занавес, выстроить стену по границе и вот мучительно бороться, как это делал Советский Союз, со всем остальным миром. И, возможно, это позволило бы даже выжить в какой-то ситуации. Но намного проще было бы спастись именно вместе. То есть составить такую стену, такую, условно говоря, единую внутреннюю зону, единое экономическое пространство между на территории от Лиссабона до Владивостока. До Берега, до пролива Берега. Ну да. То есть тогда вот в этой пространстве есть в принципе все. Есть все, абсолютно все. Хотя количество проблем тоже очень большое. Одним из аргументов наших так называемых примиренцев на Украине являлось, зачем мы будем кормить еще и Украину, нам самим не хватает. Вот это, я считаю, совершенно ложная, лживая насквозь и фактически вредительская терминология. Вот. Ну, вот еще раз возвращаюсь, то есть от Европы не от Бреста до Бреста, а от Лиссабона до Берингового пролива, это была бы вот единое экономическое, культурное и политическое цивилизационное пространство. Вот оно бы могло бы совершенно спокойно во всех отношениях конкурировать с евроатлантической машиной, которая сейчас правит мир. Тут можно даже сказать, уже если Европа поведет это пространство, уже даже не евроатлантическая, а именно просто американистская машина. Я считаю, что у Европы на самом деле тоже нет другого выхода, если она хочет сохраниться, потому что
государства рождаются, умирают, народы рождаются, умирают, цивилизации тоже исчезают. Вот если цивилизация европейская не хочет исчезнуть, она должна понять, что ее уничтожают. Ее уничтожают сознательно и целенаправленно и в ускоренном темпе. Mais donc, on parle de cette intégration, encore une fois, de cette intégration allant de Lisbonne jusqu'au détroit de Bering, mais vous parlez de d'autarcie, effectivement cet espace serait autosuffisant, mais imaginons que l'Europe ne réussisse pas à redevenir souveraine. Et est-ce que la Russie, toute seule, est-elle capable d'être en autarcie? Вы говорите хорошо, это меня лично как бы интересует. Вы говорите хорошо, там есть Европа, хочет сохраниться, и то есть она должна встать в такую смычку с Россией, там ну, с Лиссабоном и до Беринга, это самодостаточное пространство, абсолютно все, автарки, все отлично. Но, допустим, если мы все-таки, как вы сказали, не верите в то, что Европа способна наконец-то очнуться и наконец-то спастись, в конце концов, допустим, Европа не спасется. Вероятность скорее, что Европа не спасется. Но Россия сама. 150 миллионов, допустим, там присоединим, не знаю, в конце концов, Новороссию, там будет Союз Беларуси, с Казахстаном, такое пространство, где будет, ну, допустим, 180 миллионов. Способно ли оно быть в автарке? Или это будет такая большая Северная Корея, которая отстанет лет на 50 в технологическом понятии, и которую потом разгромят военно? Это зависит от... Одна Россия, возможно? Да, я полагаю, возможно. Если в России будет адекватная власть, которая будет в том числе импортировать не кружевные трусы, не игрушки и не китайский ширпотреб, там, а из Европы духи, если она будет импортировать мозги. Собственно говоря, взрывной рост экономики и политического развития России, который пришелся на 18 век, был связан в том числе тем, что из тогда задыхающейся в своих национальных границах Европы... 30-летняя война, ну, последствия 30-летней войны... Ну, да, можно сказать, да, 17-й, 18-й, начало 19 века Россия импортировала людей. Которые переезжали, которые... Тогда Европа не была способна себя кормить, она импортировала людей в Америку. Она импортировала людей в Россию. Экспортировала людей в Америку, Америку. Соответственно, если Россия найдет возможность импортировать не тупорылых, извините за выражение, боксеров, вот, и не престарелых артистов, вот, пусть даже они знаменитые, мне тоже нравится, как он играет, но извините, он получил российский паспорт, и он не переехал уже в Россию. Вот, он только скупил кучу виноградников, прямо на халяву. Вот. Вот, когда мы будем импортировать не отставных гладиаторов, как я их так называю, а будем импортировать ученых, будем импортировать предметы на... То есть мы будем импортировать результаты научных исследований, а не очередные ролики Евровидения или Каннского фестиваля. Да? Вот тогда у России есть очень хороший шанс, потому что земли у нас очень много, ресурсов очень много. В первую очередь, я полагаю, что нам необходимо вернуть русских людей, которые уехали за границу, создать те условия для них, чтобы они чувствовали себя здесь дома, а не на чужбине, не, чтобы родину они воспринимали как мать, а не как мачеху. Если мы сможем создать такие условия, то тогда у нас есть очень хороший шанс. И тогда к нам будут постепенно, как к магниту, притягиваться и другие страны, которые громить сейчас новый мировой порядок. Не убавить, не прибавить. Но для этого надо сделать настолько много, учитывая, что Россия тоже находится на изломе значительно сейчас, и смута возможна, это очень непростая задача. Очень непростая. Кстати, ну... Здесь же надо будет не провалиться в полный тоталитаризм, с одной стороны. Опять. Не провалиться еще в гражданскую войну интервенцию, что более чем возможно. Возможно. То, скажем, для гражданской войны нужно, чтобы было население там лет в средний возраст там, 20-30 лет. Средний возраст населения России примерно 35. Вот почему, скажем, в арабских странах везде там войны. В нынешнем глобальном мире у нас под боком еще Средняя Азия, которая в ближайшее время вполне может взорваться.
своих гражданских войнах выплеснут на территорию России еще больше потом беженцев, чем тот, который сейчас прибывает в Европу. И наши собственные, так называемые, в кавычках, гуманисты будут всячески способствовать этому. Ну, да. Все защитники прав человека, ну, да, все врачи без границ, ну, и все прочие миссии ОБСЕ, которые в упор никогда не видят, когда убивают русских. Но зато над каждым убитым там, чеченским боевиком они в свое время устраивали всемирные плачи и рыдания. Et donc, commandant Strelkov, après cette discussion extrêmement intéressante, quel serait finalement votre dernier message à adresser aux gens en Europe et même au-delà, évidemment, qui nous regardent et qui cherchent une alternative, qui ont espoir? Quel serait votre message que vous adresseriez à ces gens qui nous verront bientôt? Если бы я был самовлюбленным восточным диктатором типа Ким Чен Ира, да, я бы тут сейчас соловьем разлился бы о том, народы Европы, присоединяйтесь ко мне, там, типа, видите, читайте мою зеленую там или какую-нибудь там, красную, зеленую, фиолетовую книгу, там без разницы. Зеленая, да, только, да? Ну, я говорю, красная это уба, а у корейца скорее фиолетовая. У меня нет ни подобного рода амбиций, ни какой-то там супер сверх идеи, в которую бы я верил свято так же, как в Бога, и которую бы я пытался распространять вот, на всех, привлечь к себе. Я полагаю, что вот только второе пришествие Христа неизбежно, оно обязательно, вот тогда вот люди увидят, что будет какой-то пророк, мессия, то есть увидят мессию и пойдут за ним, потому что поймут, что вот каждое его слово это правда, и он предлагает то, что необходимо. Вот во всем мире, на мой взгляд, во всей человеческой истории, которая была, я не беру эпоху Ветхого Завета, вот именно явление Христа – это вот полная, концентрированная, неприкрытая истина. То, как должны себя вести люди, учения, которому нет альтернативы на данный момент. Если бы люди были готовы, способны по своим качествам прийти к настоящему подлинному христианству, жить во Христе, вот все люди, то это был бы идеальный мир, который бы развивался совершенно гармонично. Никакого нового мирового порядка. Не потребовалось бы ни нового, ни старого, было бы просто гармоничное развитие общества людей, действительно пришедших к Богу. К сожалению, мы живем в мире, когда всеобщая апостасия и количество людей, искренне верящих в Бога, оно сокращается. Потому что вот тех людей, которые на камеру отрезают голову, даже вот если они считают, что они верят в Аллаха, фактически они сатанисты. Вот. Фактически и реально они сатанисты. И, кстати, то, что они до сих пор не уничтожены, на самом деле их можно было бы уничтожить достаточно легко и просто с имеющимися силами. Уверен в этом. Потом все-таки, если посмотрим на карту... Но никто не собирается их уничтожать, потому что их функция выгодна тому же Западу, поскольку превращает в пустыню те регионы, которые могут представлять конкуренцию. Там ведь энергетические ресурсы. Есть, да, то есть, и плодородная земля в Межгорье. Все это должно быть уничтожено, все это должно быть превращено в одну сырьевую. Там не должно быть никаких государств. Там должно быть только вот какие-то мелкие владения феодалов, набогов местных, которые все выкачено, когда будут вывозить в Вавилон новый. Вавилон, Вавилон, без разницы. Все-таки какая-то надежда? Надежда, я полагаю, что надежда есть. Я полагаю, что на данный момент, все-таки на своем тактическом, подчеркиваю, уровне, надежда заключается в возвращении к традиционным ценностям. В первую очередь, вы знаете, когда развивается болезнь, в первую очередь необходимо остановить ее развитие, потом начать излечение. Я полагаю, что и Европа, и Россия должны приступить сначала остановить ту болезнь, которая сейчас разъедает народы, уничтожает нас. Надо остановить процесс глобализации. Глобализм? Да. Это глобализация, она неизбежна, ведь информационные потоки, никто не остановит волны. Необходимо, никто их, конечно, не остановит, но необходимо восстанавливать культурные, национальные, языковые, религиозные идентичности людей. И этот процесс должен начаться повсеместно. Если его не будет, те, кто его не встанет на этот путь, закрепление того, что у них было, сохранение того,
того ценного из прошлого, что они с собой несли, на чем построена, собственно, европейская цивилизация, то они погибнут. Они погибнут сначала духовно, потом уже физически. Ивана, не помнящий родства, есть такое выражение в России. Вот Европа, которая всегда гордилась своей исторической памятью, превращается стремительно в пыль. Абсолютно. Сохранение иерархии, сохранение понимания, что иерархии необходимо человеческому обществу, что не существует людей равных, все люди разные. Почему разные? Абсолютно. Все это необходимо хотя бы законсервировать то, что есть сейчас. При этом не обязательно, я считаю, что бессмысленно запрещать интернет, бессмысленно... Запреты никогда не работают. Да. Но, с другой стороны, необходимо с разложением, необходимо бороться, и бороться очень жестко. А институт семьи, в России, слава богу, институт семьи еще не дошли, но в Европе уже уничтожается последнее, что осталось, это институт семьи. Если Европа его не восстановит, то она не доживет в основном до конца 21 века. Конечно, так далеко загадывать не приходится. Но даже уже 2050 год, на самом деле, уже очень скоро. Да, да. Alors, suite à cet entretien extrêmement intéressant, pour la première fois en langue française, bien, je souhaite remercier notre invité, le légendaire, et très controversé et brillant, de mon point de vue, commandant Igor Strelkov. Merci beaucoup. Merci.